Компания Reflame является международной и имеет представительства в различных странах мира, таких как Швеция, Польша, Китай, Индия, Россия. В России мы производим такую продукцию, как цветная косметика, это помады, липстики. Значит, и также мы знаем, что в России имеется большой спрос на такую продукцию, как шампуни, гели для душа, пены для ванн, шариковые дезодоранты. И по этой причине мы приняли решение переместить и расширить производственные возможности именно ближе к потребителю в России. И поэтому в Ногинске мы построили данный завод по производству средств личной гигиены. Как вы знаете, при реализации проекта такого масштаба фирмы рассматривают делают выбор контрагента из довольно-таки широкого спектра поставщиков. И мы знаем, что Bacard имеет огромный широкий опыт в проектах, связанных с косметической продукцией, и поэтому мы выбрали компанию Bacard. Мы очень плодотворно сотрудничаем с компанией Bacard. Конечно же, во время реализации проекта возникают множество вопросов, и компания Bacard предлагает интересные технические решения, которые помогают реализовать наши потребности в производственном процессе, который мы хотим получить в итоге. Да, безусловно, мы удовлетворены качеством работ, профессионализмом сотрудников Bacard, которые выполняют работы для нашей компании. Мы удовлетворены тем спектром решений технических, которые нам предоставляет компания Bacard и ее специалисты. Да, безусловно, если наша компания Reflame примет решение расширять производство в России, то обязательно компания Bacard будет принимать участие в тендере по выбору поставщика производственных линий.